История начинается с Григория, пожарного, который однажды спасал дом от огня и нашел там запертого пса. Животное было напугано, но благодарно, и вскоре Григорий решил забрать его к себе. Пес, которого назвали барон, стал его верным спутником и даже частью семьи. Однажды, занимаясь ремонтом крыши, Григорий заметил, что барон стал необычайно беспокойным. Он прыгал вокруг и лаял так, словно пытался что-то сказать. Григорий подумал, что пес просто хочет внимания, и попросил свою жену, Ларису, забрать животное в дом. Лариса так и сделала, но барон не унимался. Внезапно раздался страшный звук. Лариса выскочила на улицу и обнаружила Григория, лежащего на земле, без сознания. Он попал в больницу и долго находился в коме. Прошло более года, и семья столкнулась с дилеммой. Врачи сказали, что шансов на восстановление практически нет, и предложили ее в Маназию. В это время барон, слыша разговоры, стал агрессивно реагировать на присутствие медперсонала. Когда пришла скорая, чтобы забрать Григория, барон даже умудрился вырваться и побежал вслед за машиной. Лариса, вспомнив предыдущую тревогу пса, последовала за ним. В больнице произошло чудо. Как только барон бросился на врачей, не давая им сделать эту процедуру, раздался голос Григория, требуя отпустить его верного друга. Врачи были в шоке. Григорий вернулся из комы, и все согласились, что это было настоящим чудом, чудом, которое, возможно, произошло благодаря необыкновенной преданности и интуиции барона. Так пес не только однажды спас своего хозяина от огня, но и снова вернул его к жизни, когда многие уже потеряли надежду.